Активная гражданская позиция представителей спортивного мира играет значимую роль в обществе. Спорт и гражданская активность имеют много общего. В обоих случаях важны дисциплина, ответственность и способность реагировать на изменения. Профессиональная сборная команда по футзалу «Жетсу», за исключением легионеров, почти в полном составе пришла на участок для голосования. Капитан команды Булат Сарбасов подчеркивает, что их коллектив всегда стремится участвовать в важных политических событиях, осознавая свою ответственность перед обществом. Они считают, что поддержка демократических инициатив и участие в выборах – это важный шаг к развитию демократических процессов в стране, и их участие пробуждает других граждан принимать активное участие в политической жизни страны. Мы понимаем, что голос каждого из нас имеет значение, и именно от нашего выбора зависит будущее. Как спортсмены, нам приходится работать в команде и добиваться успеха. И в политике это тоже важно. Мы призываем молодежь и всех любителей спорта активно участвовать в жизни страны, чтобы вместе строить здоровую нацию и сильное государство.